Сделано в Беларуси – это своего рода знак качества. Ярмарка под таким названием открылась в выставочном зале «Экспо Одинцово». Горожане найдут здесь качественные белорусские товары по доступным ценам. Например, полотенца и простыни из уникального вареного льна, постельное белье и пледы из натуральных тканей. Представлен огромный выбор одежды, прежде всего женской. Вельветовые юбки и сарафаны, стеганые куртки и жилеты в стиле пэтчворк, деловые костюмы, повседневные и нарядные платья, шерстяные брюки, блузки из вискозы и хлопка, пиджаки, кофты и платья в классическом стиле, изделия из трикотажа и теплые куртки, а также легкие и яркие осенние пальто и трикотажные вещи для дома, халаты, пижамы, детские футболки. Также на ярмарке можно приобрести спортивную и повседневную мужскую и женскую осенне-зимнюю обувь и стильные сумки и рюкзаки из натуральной кожи. Многие производители уже знакомы жителям Одинцова. Кто-то приехал впервые, но уже успел заинтересовать покупателей своей продукцией. Ярмарка «Сделано в Беларуси» будет работать по 24 октября с 10 утра до 7 часов вечера, в заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».